Друзья, всем привет! Не успел рандом отдохнуть от новых британских ЛТ, как на супертест поступают новые машины. Подразделение Кранваген собирает свой боевой отряд для более удачного тестирования. Новые ветки в рандоме. Кстати, ваши ставки, господа, ФВ-301 понерфят, как было с Чариотиром, или нет? А то машина довольно противная, словно заноза в пятой точке. Дракон может очень быстро превратить ваш танк в решето. Мне бы лично не хотелось, чтобы ФВ-301 попал на свалку понерфленных и неактуальных имб. А что вы думаете на этот счет? Жду ваше мнение в комментарии. Извечной войне, какой барабан лучше качать, АМХ-50Б или Т-57 Heavy, скоро придет логический коллапс. Ведь ближе к осени нас ждет новая шведская ветка во главе с Кранваген. Итак, начинаться новая ветка шведов будет 6 уровня. Танк получил название СТРВ-74, да как вы уже догадались, по внешнему виду это средний танк, и как по мне, башня очень похожа на Т-37 или Т-49 в стоке. А некоторые у меня в сообществе написали, что это лупус на минималках. Ну, ребят, сами понимаете, лупус уже не тот. Кстати, сам факт того, что ветка берет истоки от СТ, уже потом переходит к тяжи, напомнила случай с Тапка Львом. Там на 6 уровне был ВК-3001П. 6 уровень не получит по факту ни барабан, ни дозарядку, только цикличную пушку. Скучно как-то. Кстати, если вы первым хотите вкачать ветку крана, то лучше сразу копите боевой опыт на технике 5 уровня СТРВ-М42, который идет по ветке Проджетта. В среднем обычно на 6 уровень нужно в районе 25 тысяч боевого опыта, но если вдруг накопите чуть больше, не беда. Тем более время, чтобы еще вкачать СТРВ-М42, если вы совершенно не качали европейцев, у вас есть. На 7 уровне вас ждет средний танк под названием Лео. Вот смотрю я на Леопарда и думаю, эх, что Лупус уже не тот, что Лео сам на себя не похож. Как сильно сказывается самоизоляция на танках. Но если без шуток танк получит вновь цикличное орудие, думаю, среднюю динамику в районе 50 км в час максималочку. И вот если судить чисто внешне, то во лбу броня должна быть, тем более под такими углами, ну танковать Лео точно обязан. На 8 уровне вас ждет тяжелый танк по названием Эмиль-1. И чет стрёмно он выглядит для своего уровня, длина ствола такая просто будь здоров, Саша Грей одобряет. Складывается впечатление, что ствол Гриляна сильно вставили в АМХ-50Б, ну, вышло то, что вышло. Извините за прямоту, но жарить в рандоме он просто обязан, иначе недостоин такого длинного орудия на уровне Гриль-15. Сам танк же будет оснащен обычным барабаном, поэтому постепенно привыкаем к ветке и геймплею. Видимо, разработчики решили 8 уровень оставить в покое, чтобы не было таких хороших машин наподобие как P-44 Пантера или Проджета 46. А вот 9 уровень Эмиль-2, вот он реально порадует системой дозарядки. Дозарядка — это всегда круто, плюс видно, что машина получит крепкую башню, да и во лбу у нас подобие щучьей морды, поэтому в рандоме должен точно танковать, ну и быковать. И конечно же 10 уровень — тот самый желанный Кранваген. Не буду особо расхваливать его броню, я просто покажу вот этот скриншот. Ну как вам, испугались? Думаю, не стоит раньше времени строить кирпичный завод у себя в штанах. Танки еще должны пройти супертест, забалансить, на это еще времени уйма уйдет. Поэтому, возможно, танку еще больше накинут брони сверху. Ха, шутка, конечно, не подумайте. Ребят, вдруг кто не в курсе, у меня на канале выходят разборы различных веток, прошлый был про СТБ-1, и я попросил 7000 лайков, там совсем чуть-чуть осталось, ну, около 1000. Вдруг кто не смотрел, оцените, пожалуйста, и я начну дальше разбирать для вас еще ветки. Я вот что думал, может стоит собрать все ролики в один плейлист? Ибо когда пишут, разбери ветку ФВ-4202, АМХ-50Б или Т-62А, а ролики уже давно на канале, становится как-то... не по себе. К слову, спасибо, что досмотрел видео до конца. Пиши в комментарии, будешь качать кран или нет. Не забывайте подписываться на канал и прожимать колокольчик. Ставь лайк, если хочешь, чтобы я делал чаще ролики. И самое главное, танкисты, играйте только в качественные игры. Если вам, конечно, есть с чего играть. Не во что играть, а с чего играть. Удачки.